Итак, сборная Латвии в нашей зоне. Вот это может быть опасно. Лавинч. Шайбу за ворота направили. Гол! Вот это неожиданно. Вот это неприятно. Но... Белявскис. Ну, забросил великолепно. Прокатился за воротами Александрос Белявскис. Вот, смотрим. Выкатился. Его вот никто Брызгалов не атакует. Ох, попал. И попал в мертвую зону, Геннадий. В ближний угол. Попал. Ближний угол, но над плечом. Такие шайбы крайне тяжело. Посмотрите. Да. Видите, он попал в ближнюю девятку. Брызгалов все делал правильно. Он практически все закрыл. А где же наши защитники? Посмотрите. Опять никто не атакует. Гол! Терпеть. Ирби отбивает и первый. Олег Петров. Монреаль Канадиенс, Олег Петров сравнивает счет. К такому броску Артура Сырбе. Вратарь хорош, ничего не скажешь. Брызгалов упускает шайбу, и она заползает в ворота. Счет становится 2-1. Скорее такое. Ну ничего. И видел бросок. Как-то она проскочила под мышкой, непонятно. Подъехал к нашему вратарю Алексей Жамнов. О чем-то говорит. Какие-то говорит ему слова. Наверное, просто говорит, чтобы он не расстраивался, что нужно играть. Да, нужно взять себя в руки. Очень тяжелое испытание. Непростое испытание. Не самый сильный соперник при всем уважении к латышам на этом. Еще в меньшинстве. Минуту 22 секунды мы в меньшинстве. Сборная России в меньшинстве. Гол! Еще гол! Еще гол! Вот это непонятно. Да. Замахнулся наш защитник, а шайба оказалась в воротах. Давайте смотреть. Замахнулся защитник. Вот. Бросает. Рикошет от двух клюшек и в клюшку нашего вратаря. Ну это фантастика. Разбираемся. Ну-ка еще раз. Точно. А. Даже в спину. В спину. Опять проиграл. И сейчас опять проиграл. Проигрывает подряд. Буре! Гол! Гол! Счет становится 3-2. Буре все-таки забросил шайбу. Ну, подтянулись мы в счете. Обокрал. И смотрите, вот сейчас. И протолкнул. Вот. Вот этим движением Ирби потерял шайбу. Он не видел ее. Она у него была под коньком. 2-3. Очень хорошо, что наши вот, ребята... еще раз, смотрите, Буре. Протолкнул.